Всем привет, с вами Филипп, компания Coffee Case. Сейчас есть в наличии кофемашина швейцарского производства Franke Flair. Полностью обслуженная, готовая к работе. Можно приехать посмотреть кофемашину вживую, попить из нее кофе. В общем, устроить полную дегустацию и убедиться, что кофемашина полностью рабочая и готова к работе. Колбы, кстати, здесь увеличены с рабочими ключами, можно закрывать. Также всем нашим клиентам мы кладем вот в этот специальный ящик средства для удаления накипи, средства для против масел, кофейных масел, извиняюсь, и специальную щеточку для того, чтобы чистить капучинатор вручную. И также задвижку для кофейных колб, чтобы их можно было снимать. Так, теперь давайте поготовим. Приготовим капучино 200 мл. Сейчас на кофемашине стоит система Perfusion на всех напитках, чтобы кофе у нас получался более насыщенный. Вот такой капучино у нас получился. И приготовим двойной эспрессо. Капучино, вон пенка стоит, не падает. Вот у нас тоже получается хорошая насыщенная крема. Это вот золотистая пенка. Наш двойной эспрессо, 80 мл, готов.